Секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал глав регионов заняться вопросами продовольственной безопасности. По его мнению, качество продукции в ряде субъектов представляет реальную угрозу. И это связано с отсутствием должного контроля. Сегодня Патрушев заявил об этом в Петербурге. В 2016 году Роспотребнадзором снято с реализации 730 тонн пищевой продукции. Принято более 1000 решений о назначении административного наказания в отношении хозяйствующих субъектов. Поэтому важно усилить контроль за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также за состоянием рынков сельхозпродукции, принять дополнительные меры по обеспечению устойчивости и безопасности эпизоотической ситуации в округе. Еще один острый вопрос – необоснованное завышение цен на отечественную продукцию. Подобные факты необходимо пресекать, отметил Патрушев. Жесткий контроль должен быть установлен и за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию программ по поддержке агропромышленного комплекса.